Да, Купилская дума подала заявку на участие в конкурсе Государственного фонда культурного капитала на привлечение софинансирования для архитектурно-художественной инвентаризации и культурно-исторического исследования крепостного сада. Эта зеленая зона, находящаяся в самом сердце Даугавпилсской крепости, является излюбленным местом отдыха как местных жителей, так и гостей города. Однако многие его части нуждаются в серьезной реставрации и уходе. Крепостной или комендантский сад был создан во второй половине 19 века на месте бывшего крепостного плаца, где позже появился газон и фонтан. Позже периметр был засажен липами, растущими здесь до сих пор, была возведена беседка. В 1912 году старый фонтан был заменен памятником-фонтаном в честь столетия победы над Наполеоном. В 1924 году, во время Первой Латвийской Республики, в северно-восточной части сада был открыт памятник павшим солдатам 10-го Айспусского пехотного полка Латвийской армии, который был разрушен, но в 2017 году восстановлен обществом Даугавпилс Мантоимс. В том же году в саду была проведена дендрологическая инвентаризация деревьев. Были исследованы все 244 дерева, растущие в этой зоне, а также получены рекомендации по их дальнейшему содержанию или ликвидации. Важным нюансом запланированных исследований является то, что в будущем здесь не намечено никакая массовая вырубка. Наоборот, самоуправление намерено сохранить деревья, засадить новые саженцы для аллей, выровнять крону и спилить лишь больные и опасные стволы. Изучение сада заложено в бюджет города на этот год, то есть исследование будет проведено в этом году при любом результате конкурса. Место особенное – это исторические насаждения, исторический сад, и поэтому к его восстановлению, обновлению нужно подходить с особенным, скажем так, отношением. Это должно быть научно обоснованные методы. Нельзя просто вот взять, например, вырезать все деревья и полностью восстановить, скажем так, как это было исторически. По предварительным оценкам, в план реставрации могли бы входить не только работы по снятию старого асфальтового покрытия и уходу за деревьями, но и восстановление крепостного фонтана, деревянной беседки, демонтаж старой ограды и ряд других работ. После изучения сада предстоит разработать технический проект по реставрации и планировать привлечение средств из европейских фондов. Мы планируем, что в следующем году можно было бы разработать технический проект реставрации парка и уже думать о привлечении средств из еврофондов следующего периода планирования на реставрацию. То есть в следующем году начинается вот этот новый период планирования, и поэтому мы уже можем работать над созданием нового проекта. Тема интересная, благодатная, зеленые насаждения, парк, исторический объект. То есть мы, я думаю, что мы сможем привлечь на это финансирование из программ трансграничного сотрудничества, либо из каких-то других фондов. Реставрация крепостного сада станет еще одним большим шагом в преображении Даугавпилсской крепости, который в последние годы продолжает развиваться стремительными темпами. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.